так на обзоре фотик Nikon. Вот так вот царапки сразу покажу на экране. И скажу еще вот что. Включить не смогу. Она включится, но показать работоспособность не смогу. Внутри у нас аккумулятор. У нас есть провод, это обычный USB. Еще что-то было в чехле. Тут сейчас пусто. Есть вот такой вот. Еще такой провод. И у нас нет блока для подзарядки напрямую аккумулятора. Сейчас покажу. То есть там разъем будет мигать. Подзарядка. Он будет писать батарея разряжена. И он тоже давненько так полчаса постоял. И он не будет делать фотки, открывать камеру. Поэтому я могу сказать, что нужен блок, чтобы его заряжать. От этого он не заряжается, просто включается. Выглядит свежо, хорошо, без следов ремонта, нужен просто блочок зарядки. Ну, платина черствая, но там 0,4 с чем-то карата, там большой камень.